Лайв-студія на 7-му телеканалі. Мене звати Євген Салтан. Вітаю. Найближчої інформаційної години говоримо про те, чи будуть найближчим часом в Україні гучні ув'язнення. На цю тему будемо говорити разом з нашими гостями. Юрій Басюк, депутат Одеської обласної ради. Вітаю вас. Вадим Тарасюк, депутат Одеської міської ради. Роман Сенник, депутат Одеської обласної ради. І Андрій Степаненко, адвокат. Вітаю вас. Питання звучить таким чином. Чи вірите ви в те, що будуть гучні ув'язнення, які нам обіцяли, так чи ні? Є номер студії, є номер вайберу, чекаємо ваших дзвінків та повідомлень. Розпочати з вами хотілося б з іншої теми, тієї, на яку ми говорили буквально 5 хвилин. Ось є ініціатива вашого колеги Богдана Гіганова, щоб депутати і міський голова пройшли поліграф. Особисто ви готові? Я готовий, я вважаю, що політик завжди має бути відкритим і так само і проходити поліграф чи інші там на будь-які питання. Але тут і відповідати перед суспільством на складні питання, те, що ми завжди робимо. Ви готові? Як у нас депутати обласної ради? Ну, я не вижу нічого плохого, якщо ставиться конкретний вопрос, да? Тобто, що є просто перевірка на поліграфі, там вже багато можна вопросів спрашувати, тобто можна і личные вопросы задавать и вопросы по отношению к друзьям. Я считаю, что как чиновник, так и политик должен... Если вопросы, которые касаются выключно вашей депутатской деятельности... Готов дать ответ за свою политическую или чиновничью деятельность, тогда да. Дякую. Роман, судячи з виразу обличчя, завжди готовий. Та ні, це популізм. Ніякого поліграфа, він не працює. Як тільки ви скажете, давайте, депутати, проходьте, зразу скажуть, що поліграф – це машина, яка працює не точно, не коректно, взагалі треба заборонити, і що це за свавілля. І давайте взагалі, в тому числі, журналістів будемо перевіряти, хай вони розказують, чи роблять вони замовлення різні, відпрацьовують і так далі. І громадських активістів, ви побачите, як всі тихенько цю тему зливють. А якщо говорити серйозно, то взагалі це дуже серйозна річ, і було б непогано для деяких можновладців на офіційному рівні запровадити на законодавчому рівні, що якщо ти йдеш балотуватись, наприклад, на народного депутата, чи там якісь там правоохоронні органи, ти спочатку каденції маєш, як декларація, перед початком роботи і після звільнення. І після цього взагалі в нас не буде проблем з справами в прокуратурі, справами в слідчих органах. Людина от прийшла, сказала, я не брав, а в кінці сказала, я брав, і все, і сіла до тюрми. І тут немає ніяких проблем. Але ви ж розумієте, країна велика, корупціонерів багато. Завтра придумують щось таке, що ці поліграфи почнуть там зникати, або скажуть, що вони не повірені, або що вони якісь китайські, ще якісь. І толку з цього ніякого не буде. Хто б із ваших колег вам би хотілося, аби він пройшов поліграф? З депутатів обласної ради. Ну, по-перше, всі ті, хто сидять в президіумі, тому що вони мають безпосередню участь до, ну, скажімо так, вони мають більше повноважень, ніж ті депутати, які сидять в залі, тому що вони отримують заробітну платню. Але я б хотів, щоб і ті, хто вже пішов з обласної ради, пішли, стали народними депутатами. Я в першу чергу хотів ті, хто виконують бюджет, обласна державна адміністрація, колишній Максим Степанов, вся його команда Шайка-Лейка, і всі ті, хто залишився зараз по сьогодні, не можуть ніяк поїхати до свого поліграф-комбінату України. Розумієте? От ось цих людей спершу, а потім вже депутатів. Дякую. Ну, я не буду ставити вам це ж питання, яке я поставив іншим гостям. Хотілося більше почути юридичну оцінку цьому, що ви знаєте, я, да, з юридичної точки зрення, поліграф – це не доказательство. Это лишь возможность... Какая там похибка? Щойно Рябець сказал там 20%. Она очень широкая может быть. Вот, например, любому человеку поставить вопрос, давали ли вы когда-то взятки, да? Ну вот что понимать под понятием взятка? Ну, гаишник меня остановил, и я быстро от него уехал. Ну, я отвечу, да, давал или нет, не давал. Все понимаем, что в стране, в которой коррупция является драйвером процессов в течение 25 лет, каждый брал, каждый давал. Но в какой мере? Если депутат говорит, я не брал взятки, и он действительно не брал деньги за принятие каких-то судьбоносных решений, да, то кто его знает, что было до того, как он стал избранником? Да, то есть, и, соответственно, вопрос может быть поставлен некорректно. Человек может находиться в состоянии душевного волнения. Да, вообще, вот, допустим, вас подключают к какому-то оборудованию. Специалисты кажут, что хвилювання ніяк не впливає на результаты.
Эта штука измеряет биологические показатели, то есть там уровень выделения пота и тому подобное. Поэтому я думаю, что уровень волнения никак не влияет, это со слов самих специалистов. А что в это время в голове у человека, какой у него уровень адреналина, что он думает о том, что уже успели рассказать его партнеры, скажем так, да? А это важный момент. Поэтому, честно сказать, как юрист, я не верю в полиграф как способ доказывания. Я верю в полиграф как способ целеуказания. Вот он может подсказать следователю, куда идти дальше, где копать, кого допрашивать, в каком направлении распутывать клубочек. Вот как целеуказание полиграф – классная штука, но как способ доказывания в суде – очень важный момент. Почему он плох как способ доказывания в суде? Потому что подсудимому не запрещается врать. Свидетелям запрещается врать. Подсудимый имеет полное право врать, и он не несет за это никакой ответственности. Поэтому он будет говорить, да, я врал на полиграфе. И что, я не свидетель, я подсудимый, я таким образом защищаюсь. Дивіться, якщо б все було легко з поліграфом, то наскільки в нас можна було б, скільки людей просто звільнити, там, слідчі органи і так інше. Просто треба було б знайти людину або опитати певно коло осіб, які могли б бути причетними до будь-якого злочину. Якщо б був такий метод, який повністю встановлював, то тоді б і ні слідчих не потрібно було б, суддів не потрібно було б, то тільки винен, не винен, і далі вже в кодексі прописано, яка кара чекає за скоєння певного злочину. На сьогоднішній день, насправді, це не є 100% на 100%, але навіть хоч 1% похибки при цій процедурі, він дає можливість, ви знаєте, хтось там говорив з великих, що там 100, там, один невинно засуджений, він не вартий того, щоб там було б ще там 100 людей там звинувачених щодо іншого злочину. У нас є дзвінок глядача, давайте його почуємо. Вітаємо, як звати вас? Добрий день, Сергій. Так, кажіть. У мене тільки одне питання. Коли будуть відповідати усі в рівній мірі і рядовий токар, і голова Верховної Ради перед законом. Коли? Та все добре вам. Дякуємо за ваше питання. Ну, насправді, це питання у всіх, всього народу. Це, мабуть, найбільше запитання, яке ставить пересічний громадянин до уряду, президента, до держави в цілому. Коли буде забезпечена оця рівність? Коли буде забезпечена ті засади, які закладені в Конституції, тобто рівність перед законом. Ми побачили навіть з виступу президента, коли він давав прес-конференцію, що при його каденції, скоріш за все, ми цього не побачимо. Тому що він нам чітко пояснив, що йому якісь люди, до речі, він не каже, хто це, а от якісь люди кажуть, що ти не маєш права тиснути на правоохоронні органи, ти не маєш права то, ти не маєш права то. Ви знаєте, ну, можливо, зараз якраз є такий запит у суспільстві, коли потрібно проявити характер, можливо, навіть десь, скажімо так, свої повноваження перевищити, але все ж таки побороти це. Тому що зараз він один воїн, а проти нього корупційна ціла артилерія, яка б'є зі всіх, як то кажуть, гармат, які має, і дійсно нічого не вийде. Той самий Рябошапка. Ну скільки проколів взагалі за останній час, і нема ніякої реакції ні в президента, ні в його команди і так далі. Вони там зачепили тільки одне питання Стерненка. Та вибачте, я також хочу, щоб ця людина відповідала по закону. А хлопці, а де Порошенко? А де вся ця їхня компанія? Ну, добре, Пашинського зараз затримали, Гладковського відпустили. А що, більше нікого не було, хто брав, вибачте, хабарі, і немає кого брати за одне місце? Власне, у цьому будемо розбиратися, щоб поставити крапку з поліграфом. Чи можна якось ошукати поліграф? Вести в оману? Да, это можно сделать, но для этого требуются серьезные тренировки. То есть человек должен целенаправленно работать с полиграфологом, который будет тренировать его, задавать одни и те же вопросы, смешивать вопросы, говорить, как правильно, о чем думать, на что настраиваться, как правильно себя вести. Да, можно обмануть, можно. Вот. Но если возможно, я все-таки прокомментирую вопрос, который поставил слушатель, да. Дело в том, что никогда не будет ситуации, когда
чиновник топ-уровня выравнивается в своих правах и в ответственности с рядовым гражданином. Потому что если даже сегодня взять любое уголовное дело, если кому-то не посчастливилось присутствовать в кабинете следователя, неприятный момент в жизни любого человека, да, когда следователь опрашивает, он задает, среди прочего, вопросы, где вы работаете, являетесь ли вы публичным лицом, какое у вас образование и тому подобное. Поэтому я сейчас даже не говорю о способности делиться деньгами, да, коррупционной составляющей. Обычная социальная составляющая, когда топ-чиновник, образованный человек, владелец каких-то там благотворительных фондов, влиятельный человек и тому подобное, это все судьей оценивается при вынесении приговора. Соответственно, если человек там, рядовой какой-то работник, необразованный или не работающий, без семьи, без детей, не имеющий ценности для общества объективной, однозначно будет более жесткое наказание, чем человек, который образованный, влиятельный, ценный для общества и оступился и совершил там какое-то умышленное или неумышленное преступление. Поэтому, к сожалению... Законом не предбачено. Предбачено... Знову ж таки, рівність це всіх... Це закриття американської системи правосуддя. Нашої системи не перебачить. Ні кримінальні суди там от розглядають іменно таким образом, но не українські на даний момент. Я хотів сказати пару слов теж касательно цього питання. Я іскренне вважаю, що ми всі урівняємося в правах, коли стимул не нарушати закон буде сильніше стимула його нарушати. Тобто, когда мы будем настолько уверены в собственных институтах, в правоохранительном институте, в политическом институте, в экономическом институте, что поддерживать его станет для общества, как внизу, так и вверху, намного выгоднее, чем самостоятельно его как общество рушить. А сегодня, учитывая огромную дистанцию между как бы самыми бедными и управляющими элитами там, в плане накопления средств, да, то есть как средства там, национальные наши распределяются, то нарушение вот этих вот законов, да, оно и порождает богатство чаще всего, огромное, огромнейшее богатство, и стимулирует все остальное общество играть по тем же правилам. То есть необходимо эти правила поменять. В принципе, революция в плане элит, она в определенном уровне состоялась, это, возможно, и последует какое-то изменение в правилах. То есть поживем и видим. З'явилася ось новина, дуже цікава. «Слуг народу» з понеділка масово поведуть на закритий поліграф. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що всі їхні нардепи з фінансового комітету з наступного тижня підуть на масове проходження поліграфу в одне із спеціалізованих відомств. Про хорошу новость. Ставимо. Это печальная новость, извините за выражение, потому что это говорит о том, как подбирались кадры и кандидаты в народные депутаты. То есть вы, ребята, набрали всех подряд. У вас там было 10%, наверное, тех, кого вы знаете лично и в ком вы уверены. А остальные – это люди, которых мы сейчас будем проверять на полиграфе. Сколько будем проверять? Полгода, год, 5 лет? Ну что, вот почему? Это очень хорошо, что хотя бы сейчас да вопрос хорошо. Об этом ставится. Ни вопрос в одной конвенции не в этом. Никто об этом раньше вопросов не ставил. И тем более о том, чтобы проходили это публично. То, что люди, да. То, что люди ведут давайте. И ставят готовы. Это мы сколько? 20 давайте лет существует. Давайте потратим на это еще 5 лет. 20 лет существует давайте. Государство. И были депутаты уже много каденций у нас депутатов. И ни разу этот вопрос не ставился. Хотя полиграф как метод существует уже очень давно. Прекрасно. И во многих компаниях, коммерческих прекрасно. И так далее, им пользуются. Конечно. В том числе политические партии. Вместо того, чтобы работать, заниматься работой, мы будем ходить все дружненько на полиграф. Для того, чтобы проверить нормальную работу, о том, что да. Было, если хорошо. Подозрение, для этого и сделали это. Завтра Евгений скажет, что, например, Алексей Леонов взял еще столько же денег. И что, опять все табуном пойдем на полиграф? И так будем ходить сколько? 40 лет? Можно сделаю ремарку? Будь ласка. Касательно этого. Кстати, чем отличались во времена ФРГ и ГДР западные и восточные немцы? Да? То есть, особенно в начале, когда их разделили. Да? То есть, чем отличались там северные и южные корейцы? То есть по своему культурному историческому менталитету ничем не отличались. Но вот по системам правила игры были совершенно важны. Поэтому то, что сейчас в Верховной Раде кардинально меняются правила игры, и тебе придется отвечать, то есть, может быть, не придется ходить 10 раз, но достаточно пару раз походить, чтобы депутаты поняли, что за каждым их действием теперь очень внимательно следят. Раньше мы не слышали таких скандалов из комитетов Верховной Рады. Не то, чтобы это не приводило к каким-то печальным последствиям, приводило. Но теперь с этим борются уже и на этапе прохождения различных законопроектов на уровне комитета.
Это, я считаю, что это очень классно. Это меняет правила игры. Это приведет к тому, что вот, вот этих подковерных переговоров станет намного меньше. Я хочу у вас спросить вопрос. А зачем тогда нам Державное бюро расследования, Генеральная прокуратура, Национальное агентство... То есть давайте просто купим один классный полиграф. И каждый день, когда депутат будет заходить в Верховную Раду, он его будет проходить. И распустим... Подождите. И распустим все эти органы, которые не могут словить народного депутата. У них уже есть все. И деньги, и машины, и прослушка. Все, что хочешь. Проверяй, хоть сиди, хоть каждый одного человека за депутатом пристав рядом и ходи просто с ним целый день. Извините, но это абсурд, ребята. Я согласен, да. У нас просто других методов борьбы нет, потому что работают просто необразованные люди, просто списывают... Чекаю глядач уже 10 хвилин. Давайте короткая реплика від пана Степаненко. На самом деле, мне кажется, цель этого всего дела другая. То есть их сейчас прослушают на полиграфе один раз. Во-первых, вся Верховная Рада будет понимать, что затягиваются вожжи. То есть они на коротком поводке и под жестким контролем. Это раз. Второе, им не нужна юридическая ответственность сейчас. Они никого не будут пытаться привлечь к юридической ответственности. Они просто покажут, что в любой момент вы можете попасть в опалу. Не в отношении народа, а в отношении нас, коллег. И если кто-то спалится на полиграфе, все остальные депутаты будут его сторониться, чтобы не сфотографировали случайно их вместе, да, рядом, и чтобы не создать для себя компрометацию вот таким вот образом. То есть это на самом деле, это популистский шаг, но очень сильный с точки зрения психологии вот, коррупции. Дзвінок постійного глядача Олександра, вітаємо вас. Добрый вечер, здравствуйте. Ребята, вы извините, конечно, но тут все это ерунда. Это вот мы будем воспитывать общество стукачей, как когда-то в Германии было, там в Корее, все, чтобы друг на друга стучали, и в случае чего секир башка. А тут, я считаю, нужно менять принципиально правила. В чем они заключаются? Что не сосредотачивать деньги в одних руках. Вот почему очень важно депутаты? Они делят наш бюджет, который там сотни миллиардов к триллиону приближается уже, или даже больше. Понимаете? А нужно вот местное самоуправление, вот то, что начал Порошенко, его нужно продолжить, чтобы не в одних руках там определенного количества депутатов были эти деньги, а рассредотачивать по местам. Даже вот город Одесса, у нас порядка 10 миллиардов, видите, сидят там вот наши депутаты там, 50 человек или сколько их там, и они вот это вот делят, 10 миллиардов. А можно же направлять на места, чтобы в микрорайонах люди распоряжались. Опять же, издать закон, что конкретно идет туда, туда, туда. Вот возрастает бюджет, столько-то процентов на пенсии, столько-то процентов там учителям, врачам, а тут депутаты в ручном режиме решают. И понятно, где-то все равно подмажут. То же самое и на улице с милицией, и то же самое, видите, контролирующие органы. Опять же будут договариваться с контролирующими органами. Только там уже взятки будут в миллионы. Поэтому принципиально надо рассредоточить деньги. Не в одних руках. И еще один момент. Даже тоже на улице. Нужно ставить побольше камер, чтобы те же гаишники не могли взять взятки. То же самое, допустим, и в школах там буллинг был, мы обсуждали когда-то. И вот нападение на активистов, то же самое. Камеры по всему городу, это мелкое взяточничество. А крупное на базе уже там Верховной Рады, это рассредоточение. Дотачивать бюджет и конкретно указывать, сколько на пенсии, сколько туда-туда. Бюджет растет, всем чуть-чуть добавляется. Все, спасибо, извините. Олександр, як відповіли на наше питання, чи вірите в те, що будуть гучні ув'язнення? Ну, поймите, это ж, как говорят, все понты. Они могут быть, ну что толку? Самого большого ворюгу Януковича его ж не ловят. Он 40 миллиардов украл. Что-то украли и при Порошенко, и при Кучме. Но самый большой ворюга – это Янукович. Но почему-то сейчас его никто не ловит. Понимаете? И всю его команду. Почему-то забыли. Это, понимаете, чтобы убрать одних, придут другие и тоже будут воровать. Я считаю, что будет так. Все равно толку не будет. Люди, это психология. Люди грешные все равно начнут по чуть-чуть воровать. Где-то проколятся, однозначно. И полиграфы не помогут. Договорятся с полиграфологами. Поэтому нужно менять именно систему, не сосредотачивать деньги в одних руках. Большие деньги. Я считаю, что это главное. А так это все, извините, понты. Кого-то посадят и потом будут хлопать. Новые придут, тоже будут воровать.
Дякую вам, Олександр. Така позиція. Все ж, давайте до нашої теми. 17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського. Він спочатку оголосив про голодування, вже за декілька днів його він вийшов на волю, так, сплативши трохи більше, ніж 10 мільйонів гривень, які збирали його родичі. Тут питання в тому, чим закінчиться ця справа, чи ми будемо шукати Олега Гладковського десь, не знаю. На курсах німецької, можливо, в Німеччині або англійської в Лондоні. Я враховую, що, ви знаєте, Пашинського затримали і чомусь не дали можливості внести заставу, і він сидить зараз там в СІЗО. А чому така ситуація не з усіма тими топ-чиновниками, яких звинувачують в розкраданні там поза 100, 200, 250 мільйонів гривень, дають можливість отак от спокійно втекти. Зараз що, важко втекти, та можна чи через Придністров'я, через будь-які, скажімо так, слабенький кордон, спокійно покинути країну, навіть вам і прикордонники. Я бачу, ви вивчали це питання. Так, заходити в інтернет і дивитися, як покидають нашу країну різні можновладці, ще навіть з часів Януковича. Ну так це всі знають, друзі. Ну не робіть себе, як то кажуть, неважно. Завжди має бути план Б. Там було причинення ущерба житті і здоров'ю людини в випадку з Пашинським, да? А тут чиста економіка. І от практика показує, що дуже складно залетіти в СІЗО по економіці. Як правило, всі обмежуються залогом, що і в даному випадку мало місце. Залог там приблизно равен сумі ущерба, який причинен государству. Поэтому в данном случае это так называемый белый криминал, да? Совершенно верно. И в этом случае судья, у него нет другого выхода. То есть он не может не назначить сумму залога. То есть там либо задержание, либо залог. Все выбирают в этом случае. Видите, родственники собрали, и человек вышел на свободу. Но это опять же, здесь у нас на сегодняшний день так построено наше законодательство уголовное, которое не дает возможности судье, как правильно говорили, по экономическим преступлениям, вот как раз устанавливается в сумме не более размера потенциального ущерба. Ну вот, назначили такую сумму. А там действительно, там в случае причинения телесных повреждений, здесь немножко другая ситуация, и уже, соответственно, статья не предусматривает такой возможности. Хоча прокурора просила заставу у 100 мільйонів, а потім в кінцевому результаті трохи більше, ніж 10. Сезонне усмотрення суда. Це на усмотрення суда. Я не исключаю, що там могли б вмішуватися треті лица, так, впливаючи на прийняття рішення судом. Но в будь-якому випадку, це на усмотрення судді, який рішає вопрос з применением санкцій. Знаете, вот я позволю себе еще вклиниться в этот разговор. Вот мое глубокое убеждение, что наши все проблемы в стране из-за коррупции. Чтобы ее победить, нужно менять законодательство. Вот я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы будем встречаться в таких вот студиях, с нами сидели слуги народа. Потому что их сегодня тотальное большинство. Они имеют абсолютно все для того, чтобы менять законодательство, для того, чтобы это хотя бы в судах судья имел право. То есть вы говорите, это экономика. Извините меня, из-за этой экономики погибали люди, потому что они не получали те деньги, которые должны были идти на каски, бронежилеты, оружие, аптечки и все-все-все остальное. Это не просто экономика. Это экономика, которая повлекла смерти наших солдат. Так извините меня, вот почему сегодня, сидя монокоалиция там, или монобольшинство в Верховной Раде, не принимаются такие законы, где бы судья мог сказать, извини, друг, ты украл столько, а это повлекло за собой колоссальное. И ты не просто не можешь выйти, ты можешь еще загреметь пожизненно. Сьогодні о 7:30 у нас буде Олександр Горенюк, депутат від «Слуги народу». Можете зателефонувати, поставити свої питання. Ні, я вважаю, що їх пора приглашати на діалоги, тому що говорити в одну сторону – це дуже, скажімо так, удобно. А коли є конкретні питання, на які наверняка немає відповідей, це повинні бачити і телезрителі, кого вони вибирали. Коли вони не в Києві, вони завжди йдуть до нас на ефір. Ні, до вас так. А ви в дискусію коли-то приглашали? Дискусію. З ким? Звичайно. Ну от ви мене ніколи не приглашали. Вас колеги приглашали? Ви не були, були інші спікери. Ну, хорошо. Я дуже жду, коли буде така можливість пообщатися з ними глазу на глаз. Ви знаєте, у нас дуже неплохое законодательство. І воно завжди було неплохим. Просто оно не исполняется. Потому что нет политической воли. Тут очень много вопросов к исполнительной власти.
Потому что, ну, есть у нас уголовный кодекс. Почему не сидят преступники? Потому что, наверное, вопрос со следствием, вопрос с поддержкой обвинения в суде со стороны прокуратуры, вопрос судебной веткой власти. Тут вопрос не только в законах. Во-первых, в любом законе я, например, как юрист, вам найду миллион схем, причем там я быстрее нахожу схемы, как обходить закон, чем депутаты, потому что им нужно там 300-200 чем-то голосов собрать, чтобы проголосовать, да? А мне достаточно меня одного закона и пару часов времени подумать. Поэтому схемы всегда легче выдумывать. Сейчас как реклама звучит. А? Я говорю, это как реклама. Это звучит, это не только я, любой юрист может это сделать, да, потому что это наша работа. Юристы не нанимают, чтобы соблюдать закон. Юристы нанимают, чтобы обходить закон. И, соответственно, каждый заточен под то, чтобы думать, как на заказ клиента обойти какую-то мешающую ему норму. И вопрос в том, что нужно сделать так, чтобы эффективно работала исполнительная ветвь власти, и обход нормы был просто технически усложнен настолько, чтобы люди просто, чтобы экономически невыгодно было совершать те же коррупционные преступления, чтобы ответственность была в разы больше, чем выгода, полученная за счет совершения коррупционного преступления. У нас есть звонок глядача и есть скайп. Давайте спочатку глядача почуємо. Вітаємо. Добрий вечір. Я вже задавав вам одне питання і ще хочу задати всім вашим учасникам вашої зустрічі. Хлопці, вибачте мені, я вже розміняв 80-ок. І от то, що ви кажете сьогодні, це такі байки, що далі нікуди. Значить, поки не буде, ще раз говорю, відповідальності знизу до верху, порядка в цій країні не буде. А ви починаєте розказувати. А вот те, а вот все, а вот то. Ребята, ответственность. И ничего другого в этой стране быть не может. Я вам дякую дуже за вашу передачу, за ваше участие. Но, ребята, не так надо строить эти вопросы. На все вам добре. Смотрите, для того, чтобы была вот ответственность, необходимо, чтобы сложилось несколько факторов. Первое. У нас должна быть там, конечный, о котором уже кто-то не говорил, ленивый. Судебная система. Суд независимо должен компетентно выносить решение. Для того, чтобы суд независимо компетентно выносил решение, должны быть соответствующим образом подготовлены те обвинительные документы, то есть должны быть специалисты, которые работают в органах следствия, в органах прокуратуры, поддерживающих обвинения. И когда вот эти независимые органы будут работать профессионально, тогда мы только можем говорить о том, что сложатся предпосылки для того, чтобы у нас вот все несли ответственность. К сожалению, это может быть вот идеально, это может работать в идеальной стране. Таких на этом земном шаре нет. Мы находимся, вот, находимся, наверное, вот в той стороне среди там худших. На нас уже только никто, только ленивый не вспоминает там про коррупцию в Украине. Мы уже стали ассоциироваться раньше с Чернобылем, теперь, наверное, вот символом стали коррупции в этой стране. И вот когда произойдут изменения там, в судебной системе, когда закончится или к чему-то приведет в правоохранительной системе, вот тогда можно будет говорить о предпосылках, о создании предпосылок для того, чтобы это изменилось. Боюсь, что тогда нам уже ничего не надо будет. А у вас есть другие рецепты? Есть. Самый простой рецепт. Просто берете и сажаете главных коррупционеров страны. Так, как это сделал господин Саакашвили в Грузии. Просто взяли в одну ночь, проехались по домам, все знают, где они живут. Популизм — все. Ваше второе лицо. Да нет, ребята, это сработало. Берем... Это сработало. Давайте, и действительно есть. Да, как у нас вот, это, да. Как берем просто. Ребята. У нас это было, Юлия Тимошенко, пожалуйста. Посадили, да. Опозорились на весь мир, по решению Европейского суда отпустили. Луценко. Посадили, да. Отмайданили, да. Отпустили. Ну, можно вот так взять и резко посадить. Да не по одному, без доказательств, а всех сразу. В одну ночь приехали, посадили и начали распятаться. А вы не знаете, давайте проедемся вокруг Киева, по Канчезаспе, по всем остальным. Было уже. И вы увидите, тройки, коррупция, мелкая коррупция для страны не страшна. Самое главное то, что происходит на уровне олигархов, которые подкупают, которые могут купить абсолютно любого чиновника. Вот этих людей нужно брать и просто на какое-то время изолировать, чтобы все те, кто снизу, не понимали, что творится. Не знали, брать, не брать. Посадят, не посадят. Вот только с этого момента, пока вы не повыбиваете топовых игроков, которые раскидывают эту коррупцию по стране, вот только тогда можно будет бороться с коррупцией. А вы сейчас говорите, пока у нас реформа судебная, тра-та-та, да ее никогда не будет, пока будут давать взятки. Никогда. Но то, о чем вы говорите, это чистой воды популизм. Да вы что? Да, то есть тогда то... Саакашвили — это популист.
Саакашвили все-таки... И в Грузии не побороли коррупцию. Вы, я первый раз слышу, первый раз вот узнал, кто у нас ярый сторонник Саакашвили. Я не сторонник Саакашвили, я просто слышу, методы, что говорят люди о том, что действительно там побороли эту вещь. Да, местные население против, потому что они привыкли, что там кум может порешать. А, извините, давайте трохи знизимо градус, короткая реплика и далее искать. Здесь коллега уже говорил о том, что, к сожалению, на сегодняшний день коррупция является драйвером и украинской экономики, и во многом смысле украинской политики. И тот, кто немножко даже вот в этой политике и экономике проработал, он так или иначе является ее частью. То есть поэтому вы как бы вместе там с очисткой Украины, вы Украину тоже расстреляете, посадите и все прочее. Потому что как бы невиноватых при таком подходе не остается. Что касается как бы опыта Грузии, это совершенно правильно. Но там все начиналось как раз с реформации институтов. Причем там реформа полиции там проводилась не один раз, а проводилась несколько. До тех пор, пока как бы результаты не стали настолько ощутимыми, а главное системными и масштабируемыми, чтобы ее можно было завершить и оставить. Тем не менее, элитная коррупция там продолжается до сих пор, и сейчас как бы есть черты ее ухудшения. Теперь, что касается бытовой коррупции. Лично я, как наблюдатель и как гражданин, я ощущаю, что бытовой коррупции в Украине стало на порядок меньше. Со справками, с походами в различные инстанции, то есть с электронными очередями, с новой патрульной полицией. Этого стало на порядок меньше. И здесь нужно совсем уже как бы... Знали б, що да. згадаємо поэтому, приклад поэтому Грузії, покликали Михайла Саакашвілі. Давайте зараз ми почуємо думку громадського діяча. З нами скайпом Михайло Кузаконь. Михайло, я вітаю вас. Добрий вечір. Я думаю, ви чули за останні 5 хвилин всі сказані тут слова. Як ви можете їх прокоментувати? І стосовно рецепту від Романа Сеника за одну ніч посадити усіх корупціонерів. Ну, ідеального рецепту в мене нема. Вот. Але те, що каже Роман, в деякому сенсі це має рацію. Є приклад тієї ж Румунії, да, де теж так само всім відомо вже всьому світу і всій Європі Лаура Кевеші, якщо я не помиляюся, цю жінку звуть, вона зробила щось схоже. Вони підготували дійсно базу правову. І за ніч вона там біля, там, не знаю, 100 обшуків було і дуже велику кількість корупціонерів, які при владі були, і в тому числі олігархів румунських, як їх так тоді називали, вони були затримані, заарештовані за одну ніч. До чого це привело? Це привело до того, що в Будапешті вийшло десь біля мільйону людей на слідуючий день саме на підтримку дій тодішнього прокурора Лаури цієї. Тобто і обіцянки, до речі, влади сьогоднішні, вся сама риторика передвиборча і обіцянки, вони були дані саме таким чином, що ми поборемо корупцію. І як казав наш сивий гетьман, бувший Порошенко, це саме його, по-моєму, фраза, що реформи або робляться швидко, або не робляться взагалі. Тому я вважаю, що, може так реакційно, як каже Роман, просто поїхати всіх і заарештувати, це, звісно, буде визивати у всьому світі цивілізованому обурення, щонайменше. Я переживаю, щоб нас теж дикунами не вважали. Але насправді всі є інструменти сьогодні у влади, я вважаю, майже всі, скажімо так, для того, щоб напрацювати в рамках там НСРД, в рамках кримінальних проваджень, напрацювати певні матеріали юридичні і дійсно тих корупціонерів і тих корумпованих олігархів, які вже набридлі всій країні, взяти їх і притягнути до відповідальності. Для цього, я думаю, що дуже багато насправді у влади, у правоохоронців вже є. Просто потрібно зробити цей крок. Без цього кроку рішучого ми корупцію не поборемо. Бо ця гідра, вона відновлюється, вона саме відновлюється, вона саме генерується. Тому я б сказав так, що потрібні дуже рішучі кроки для того, щоб корупцію подолати. Подолати її поступово не вийде. І ще одне питання, вже яке стосується саме Одеси, міського голови Геннадія Труханова. Ви знаєте, що Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи одеського міського голови, якого звинувачують у прихованні майна в деклараціях. Як думаєте, чим закінчиться ця справа?
Складно сказати, тому що я не маю насправді доказової бази, яка там є в матеріалах. Тобто для того, щоб давати якусь оцінку юридично, не знаю, потрібно, по-перше, побачити ці матеріали, які там є. Тобто вони напрацьовані були якимось чином. От, це перше. По-друге, що, по-моєму, 1 листопада, там, чи 31, та 1 листопада, по-моєму, ця справа буде розглядатися. Дуже скоро ми побачимо на результати цієї справи. Ще є одна справа. Я знаю, що є справа по краяну, яка теж вже знаходиться в антикорупційному суді. Вона ще не призначена, наскільки мені відомо, засідання. Але це дві справи вже, які стосуються нашої влади, безпосередньо, в тому числі і Труханова, нашого голови міського, знаходяться зараз в антикорупційному суді. І я вважаю, що щонайменш по краяну, мені досить добре відомо всі обставини цієї справи і матеріали, які в цих справах, в цій справі є, що ця справа має абсолютно реальну судову перспективу. Якщо це буде суд неангажований, антикорупційний, якщо він всі обставини дійсно розгляне, як потрібно. У мене взагалі враження від, от я нещодавно був в суді, Верховному суді України, три засідання ми проводили по зонінгу. І в мене дуже приємне враження від того, як там проходить судовий процес. Всі, ну, ви знаєте, що я декілька років по судах ходжу наших одеських. Можу сказати, що в більшості випадків це імітація правосуддя. А от те, що я бачу в Верховному суді, насправді мені сподобалося. Маю надію, що і Верховний антикорупційний, точніше, суд України буде, ну, буде якимось таким, не знаю, примірником чи що якогось справжнього суду, який повинен бути насправді на всій території України. Я дякую вам, Михайло Козаконі, громадський діяч, був з нами скайпом. Якщо вже згадали Геннадія Труханова і його справу, давайте згадаємо коментар Володимира Зеленського під час великої прес-конференції. Він тоді озвучив свою позицію стосовно Геннадія Труханова. Я йому сказав, так, я зараз не можу провести місцеві вибори, але ви повинні розуміти і повинні очікувати ставлення людей. І воно буде. Ставлення людей – це буде відповідь пану Труханову на мерських виборах. Я зі свого боку, що я можу як президент, ми дзвонимо, ми говоримо. Про корупцію говорили? Та й про все ми говорили. Про все він сказав, він назвав якісь інші прізвища, що йому не дають працювати. Мені дуже складно оцінити те, що він говорить. Да, я знаю, ми повинні з вами розуміти правду, що люди в Одесі, вони обирають мера. І це є. Я йому казав історію про те, що вони переслідуєте, що закінчуєте це робити, що ви переслідуєте громадськість. Він каже, де докази? Я кажу, так всі кажуть. І він каже, да, так тільки кажуть, доказів немає. Тому я думаю, що і в цьому кейсі ми з вами повинні мати, ну, докази повинні мати, ну, хоч якісь. Ну, ось так. Хоч якісь докази будуть знайдені у справі Геннадія Труханова? Ну, это сложно сказать, не будучи с одной стороны следователем, с другой стороны адвокатом Геннадия Труханова. Да? То есть это те два человека, которые с доказательствами контактируют. Либо с самим Геннадием Трухановым. Но что я могу сказать? У нас большинство претензий к коррупционерам – это претензии, связанные с распределением бюджетных средств. Продажи, связанные с распределением бюджетных средств, очень часто идут через Прозоро. И там вот эти двухходовые схемы, когда тендера выигрываются нужными предприятиями, когда закупки делаются по завышенным ценам и тому подобное, их в принципе отследить можно. И документальную базу, доказательную, формирует уже Прозоро. Соответственно, следователю есть чего начать, есть куда копать, поэтому я думаю, что будут доказательства. Володимир, как вы уважаете? Стосовно чего? Саме? Стосовно справ Геннадія Труханова, те, про що говорив Володимир Зеленський. Ну, ми бачимо, що зараз шукають докази, і дві справи, принаймні, будуть розглядатися. Ми у найближчому часі побачимо результати цих розглядів цих справ. Те, що вже один раз розглядали, і зараз вже там пішли там вже на новий строк розглядання. А можна я одне розумію? Ну, добре, Геннадія Труханова там будуть судити. А як це впливає на місто Одесу?
Тобто, ну, будуть ви суди. Ви вважаєте, що, що посада мера не впливає на місто Одесу? О, бачите? От і я про це говорю. І президент має проявити силу і політичну волю, і сказати, друзі, Геннадій Труханов, з ним нехай займається всі, хто завгодно, там політика, правоохоронні органи і так далі. Завтра в Одесі перевибори, тому що там твориться беззаконня. І все. І всі решта депутати, чиновники, мери ідуть, куди там чи слідство їх тягне, чи неважливо. Чому це в нас політичної волі перевибори в Верховній Раді зробити було, а в міській Одеській, чи, наприклад, Черкаській, чи Київській немає? Вибачте, шукаємо які юридичні, тут юридичних нам не потрібно було жодних ніяких підстав, а тут ми вже їх шукаємо. Вибачте, я враховую, що якщо ми, 73% люди хочуть змін, якщо ми дали довіру президенту зміни робити, то ми і хочемо їх бачити. І я враховую, що це надзвичайно величезна помилка з його боку, не робити було дострокові місцеві вибори ще місяць чи два назад. Тому що, якщо він буде робити, як вони планують в жовтні місяці наступного року, то деякі люди, які зараз є при владі, так і залишаться. Тому що ті кроки, які вони роблять і не роблять, ведуть до того, що їх рейтинг скочується, як колись пана Порошенка і всіх таких, хто на хвилі залітали в крісла. Так, часу вже майже немає, дуже швидко він сплинув. Хотілося б торкнутися ще однієї заяви Ігоря Коломойського стосовно Петра Порошенка. Ігор Коломойський радить п'ятому президентові обережно висловлюватися на адресу 1+1, тому що, за словами Коломойського, почнемо розбирати все його героїчне минуле за 5 років. Як сприймати ось ці слова Ігоря Коломойського? Ну, между Петром Порошенком и Игорем Коломойским есть вражда. Эта вражда, ну, одним словом ее можно охарактеризовать как «Приватбанк». То есть после «Приватбанка» Петр Порошенко – это личный враг Коломойского. Петр Порошенко забрал у него его самый большой кошелек, который он за счет всей Украины. Ось ці слова, чи не є вони певним чином погрозою на адресу Порошенка? Я думаю, что эти слова в первую очередь предназначаются не самому Порошенко, а эти слова для Зеленского. Ведь уже несколько раз видели, как после там, постов в Фейсбуке или там, заявлений Зеленского что-то начинает происходить, все правоохранительные органы очень резко что-то начинают делать. То есть это призыв к действию. Андрей, как вы уже? Ну, на самом деле, я не знаю, кто конечный адресат этого мессенджера, да? Но, если честно, мне было бы очень интересно, чтобы произошло то, о чем люди говорят, да, и чтобы у правоохранительных органов появились консультанты такого уровня, как Андрей Портнов, который уже сейчас подает там десятками заявы на Порошенко, да, обоснованные заявы, как Коломойский и так дальше. Потому что действительно общество, в обществе есть запрос на справедливость, есть запрос на посадку вот топ-чиновников, топ-депутатов и тому подобное. Есть такой запрос. И для того, чтобы это реализовать, это сложно реализовать. У людей, ну, есть и средства, и адвокаты, и влияние, и тому подобное. Чтобы это реализовать, оппонирующая сторона должна быть сильной. Это не должен быть просто следователь, сидящий там где-то в прокуратуре. Оппонирующая сторона должна тоже понимать, как проходят схемы, как отмываются деньги, как создаются однодневные предприятия, а потом ликвидируются, как оно выводится в офшоры. Должен быть кто-то, кто будет качать эту тему, кто будет подсказывать, направлять, давать доказательства и тому подобное. И тогда действительно общество получит то, чего оно ждет. Расправы над коррупционерами прошлого, это будет еще и знаком для потенциальных коррупционеров будущего, что может так статься, что отдать придется больше, чем заработал. Романа. Я думаю, что Порошенко так боится таких заявлений Коломойского, как и Коломойский боится заявлений Порошенко. Если бы у Коломойского было что-то такое, что можно было бы упрятать Порошенко в тюрьму, поверьте, мы бы уже это все видели, потому что действительно там ненависть друг к другу давняя. Поэтому, и если бы у Порошенко была такая возможность, они бы друг друга уже давно попытались упрятать в тюрьму. Это все, скажем так, обмены комплиментами, чтобы нас с вами вот это вот повеселить, и мы с этого все обсуждали. На самом деле, вопросы исключительно, согласен вот с коллегой, к Зеленскому. Друже, у тебя есть все. Давай, начинай работать по Порошенко, по Януковичу,
тисячу по всім преступленням, які є. Ну, ви ж розумієте, що потім Зеленського будуть звинувачувати, що він веде політичне переслідування. Клас. Ви знаєте, тоді виходить, в нас взагалі ніякого будущего нету. Преслідувати за то, откуда мільярди вивели. Нас так Гонтарь з паном Медведчуком і так далі. Да, от пісеньку спів Кошевой, все, Гонтарь уже як будто от його весь мир захищає. Ви що, нельзя так издеваться над чоловіком-то? А можна? Вы знаете, мне лично очень понравилась эта песенка. Она народная, правдивая. Если кому-то не понравилось, ну, это его личный там, вкус. Знаете, если доходить до народных методов, то сейчас в Фейсбуке постят фотографии паяльников с надписью «Мы забыли, как выглядит полиграф». Ну, то есть, если уже идти по таким популистическим шагам... Да, да. Вот. Вы знаете, это, скажем так... Ну, такой вот толчок к действию, потому что народ-то таки ждет. Мы таки не можем понять, почему у нас доллар так взлетел, почему банков столько позакрывалось, почему такой кризис образовался при Гонтаревой. А она, видите ли, спокойненько себе села, улетела, живет, и сейчас, как сказал Кошевой, плачет в Лондоне, выбачьте, понимаете, фотографии постит, все хорошо. То есть даже не подозрение, никакого следствия, ничего. Пожалуйста. Так это же не Гонтарева вопрос про подозрение и следствие. Правильно, я же говорю, это все вопросы к Зеленскому. Следствие, да. Вадима, вам заключено слово, будь ласка. Не Зеленский был президентом, когда совершались эти действия, и на самом-то деле сколько времени прошло. Наверное, больше вопросов той власти, которая там проводила следственные действия до этого. Конечно. А как минимум сейчас, наверное, преждевременно задавать такие вопросы. Ну, вы знаете, мы очень часто слышим от Коломойского очень такие резкие заявления, и они очень обсуждаются в средствах массовой информации. Я думаю, что на это как раз и рассчитывают. Вот на то, что вот пообсуждают, а то, о чем, то, что у них есть, и это больше, наверное, ко всем остальным. Вы знаете, вот у нас на 1+1, и, может быть, даже и к Зеленскому, у нас очень много различной информации, которой мы обладаем. И да, и служба «Приват», юридическая служба «Приват» была одна из лучших, и, наверное, кадры у них остались. И служба безопасности, а, наверное, и те силовые структуры, с которыми они сотрудничали, они, наверное, были одни из самых эффективных в стране частных структур. Дякую. Так, підсумки нашого інтерактиву. Ні, не влаштовує 50 на 50. Давайте ми ще 30 секунд будемо, будь ласка, визначитися, за який варіант. Ну, я не люблю такі 50 на 50. Золотий гол. Так, Юрій Басюк, Вадим Тарищук, Роман Сенник, Андрій Степаненко були гостями цієї інформаційної години. Дякую вам за більш-менш спокійну дискусію. Хочу... Дякую. Так, вірять глядачі, що будуть гучні ув'язнення, 46%, ні, 54%. І вже за 10 хвилин у нашій студії буде народний депутат України від «Слуги народу» Олександр Горенюк. Працюємо наживо, кожен з вас може зателефонувати і поставити своє питання народному депутатові. Чекаємо ваших дзвінків. Моя колега Аня Полякова вже підготувала гострі питання до народного обранця, тому... Чекайте о 19:25. Мене звати Євген Салтан. Спасибі, що дивились.